Уж видишь, они уже Apple-ские винты не стоят. Они стоят. Торкс старый. Все заряжать. О, они уже включены. Так, ну, хватит. Хорошо, что вот мне нравится. Сразу на все три. Ну да. Без костылей. Типа комбинированные без костылей. Xiaomi-то они все отсюда разбираются. Мне как-то этот угол сделан, что он сразу чипонька. Asus я не знаю. Батарейку будем ставить обязательно. Нихер ее можно не разбить. Угу. То есть разбор полностью через заднюю крышку. Батарейки нагрева не любят. Эти, которые греют, они уменьшают. Грубо говоря, собственно. Xiaomi сейчас стоит. Там они такие беленькие, крепенькие. Их вообще хорошо коснулся. Ты что делал? Ну, делай, провалась. Даже она даже не тянется. Не знаю, нифига они вообще поставили. Как мне приходится немножко позверствовать. Батарейку нам снять не надо. Так. Вот она, видишь, стоит. То есть она, по идее, должна сейчас... Вот так она должна работать. На самом деле, она так и не работает. Третий фильм выровнен. И это не страшно, наружу свою еще понятно. Да не жалко, ломайте.
пришли в дисплей. Да поскольку теперь не жалко, делаем это. Даже если мы захотим переклеить, вот этот хвост нам не нужен. То есть скрин, он все равно будет переклеиваться. Так, рамочка у нас такая ну, остается. Вот мастер, соответственно, защищает следы герметика и клея по периметру всего дисплея. Потому что у нас все... хорошо. Сидеть будем на клей, потому что сидела на клей. Мы сейчас еще все равно прикинем, потому что у нас может не работать кнопка. Бывает такое. Приходится там приподнять, то есть на скачку сидеть. Вот на герметике некоторые аппараты очень сложно расклеить. По-моему, это даже кто-то из Huawei был. Я сейчас матернулся. Ну, это... И там... Ну там реально герметик, то есть он пластиковый. Там приходится выламывать экран, короче, чуть ли не самое. То есть он настолько жесткий. Он вообще не поддается никакой температуре. А тут он такой, ну средненький, грубо говоря. Он температуру особо сильно не поддался, но и слишком сильно не держал. Которая камера закрывает. Сейчас мы просто кинем, посмотрим. Кнопочка. Сейчас он поклеится. Да, снизу. Какая-то кривая кнопочка, да, у них? Угу. Мы же сразу заскакиваем. Вообще без вопросов. Она вообще должна нажиматься? По-моему, нет, да? Все, тогда... Клея мало не бывает, да? Ну, я тут отлично... Ну, пониже поверху так хорошо промазываю. А эти как вам? Краешки постольку, поскольку, потому что... Ну, там держаться, в принципе, это практически ничего. Время схватывания клея. Сейчас
основное, 24 часа полное. Это ювелирный, там камешки приклеивают к металлу. Класс. Ну ты понял, да, без этого ювелира. Мне жена, в принципе, она еще всякой фигней занималась, подобной букингом. Она пользовалась подобным клеем. В принципе, на такой хорошей рамке, как бы, вот, он сел, видишь, полностью. Uh-huh. Его, как бы, зажимать не надо, его можно положить уже даже с ним. Тут можно так оставить, в принципе, клеится. Uh-huh. Положение. Так. Не поставить на клинку. Это можно не возвращать на место, потому что, в принципе, у нас сверху тут металл. Uh-huh. А, это если у офиса ладно. Uh-huh. Их можно просто в Китае не найти, просто потерялась эта резиночка, и все. Ты коаксиальный кабель подсоединил? Так. Мы еще ничего не подсоединили. Можно поставить на место, камеры, а да? Потом не подключить дату, да, два модуля сзади. Это вспомогательный, это основной. Mm-hmm. Вспомогательный он, видишь, такой, ну, совсем простой. А основной у него, видишь, стабилизация есть, то есть. Все это работает, шевелится. Так, мы сейчас на места не прикрутим. Проверяешь плату, они все одинаковые. Не надо вспоминать, какой откуда. Сейчас после такого количества, которое я разобрал, собрал, там уже не вспомнишь, какой откуда. Проверим. Какого подкинутого состояния. Не запуск у него странный. Так, в принципе, антенки у нас подключены. Криво наклеили или не от того телефона. Пленочки. Не
отсвечивает тебе. Бликует обычно потолок. Точно. Так, а у нас ключа-то нету, да, на него? Лекция, да, я только хотел сказать. Часто винты падают. Поэтому сразу поймал. Все, основные функции, которые мы могли проверить, вкручиваем. Так, сначала добавим скотчика побольше. Пошу побольше. Вкусно. Скотчика добавим. Третий же у нас не должна пропасть, болтаться, да? Скотч тоже не нужен, да? Ну да, вдруг снимать придется. Ну, в принципе, я и немало добавил. Скотч еще сильный был. Вот этот клевый скотч. Сейчас строители на подобные скотчи вешают карнизы там, короче. Представляешь, да? Mm-hmm. Ну, в принципе, при нагреве он неплохо так. Это приятно. Сейчас ударили его сюда. Зачем нужны защитные экраны на соединение шлейфов? Ну, в данном случае, чтобы не отстегивались эти шлейфы, потому что они, ну, основной это он просто прямо идет, а дисплейный он загибается, то есть он может отстегнуться, и батареи он. Ну, видишь, он такой жесткий, он тоже может отстегнуться, поэтому и в данном случае это предохранение от отстегивания. Как то есть, по сути, сейчас вот, ну, грубо говоря, сборка закручивания вот экранов, да, экрана этого и, по сути, прокручивание винтов платы. Для него, да? Это винтовая работа. От винта. Ну, знаешь, не все студенты с этим справляются. Да. Был у меня студент, звали его Руслан. Тут был у нас еще Андрюха Смирнов, когда сидел. Он сидел за этим столом, Руслан за этим. Ну, как что-то там происходило, Андрюха пригибался к себе. Потому что он уже думал, что сейчас что-нибудь прилетит. Корпус у нас, в принципе, наверное, сядет. Даже при таком избитии. Но он умудрялся, то есть он проработал у нас месяц или полтора, и он был должен минус 5000, короче. Mm-hmm. То есть человек-катастрофа.
он умудрился на абсолютно рабочем Alcatel пробить, клиентском, пробить винтом дисплей. То есть, как во всем аппарате одинаковые винты, понимаешь? Где он этот винт взял? То есть, у него постоянно такие косяки были. Постоянно, я не знаю, это человек, это реально человек-катастрофа. Кнопки через 3 секунды. Так. Винтики это важно. Я их сейчас позабываю. Каюсь, пишем. Потом люди приходят, а где мои винтики? Они были золотые. Я их уже складываю, короче, в одну ячейку. Есть коробочек. Ну это такая помарка, да, когда работы много, как бы. Да, да. Она... Часто, потому что обычно проверяешь уже, ну, вот в таком состоянии, собранном. А винтики еще думаешь, если разобрать, винтики не ставят. Так, ну вызывать мы вызывали. Нам что? Нам клавиши. Работает. Клавиши. Клавиши работают. В принципе, как бы все. Микрофон мы не проверим. Супер. Топ.